Салют, дорогие друзья, с вами Лурлемур, добро пожаловать на праздничный выпуск Space Engineers. Хорошо вот так вот уютненько посидеть перед камином, если он, конечно, есть, и елочкой. Кому-то повезло, и его ожидают подарочки. Эх, юность, помню, как я ждал этот праздник. Ну а сейчас я инженер на Луне. Хотелось бы поблагодарить автора данного проекта, рождественской комнаты Ронни Дюдс, за создание такой праздничной атмосферы. Также хотелось бы прогуляться и подвести итоги уплывающего в стремительную даль 2018 года. Но давайте все-таки погуляем и посмотрим, что тут да как. Блин, ну не могу, как здесь все миленько сделано, честное слово. Просто вот нет слов, насколько все может быть красиво и круто. Елочка, игрушки, конечно же, в форме сфер, камин. Здесь точно что-то горит, и значит, это точно камин. И здесь есть много интересных вещей. Я точно не знаю, что это значит, вот эти вот блоки, но выглядит неплохо. Полочки, и на полочках что-то. История, как говорится, космонавтики. Вот он, я в недавней молодости. И, Йо-хо-хо, маленький инженер, с Merry Christmas, с Новым годом тебя! Хорошо ли ты себя вел в этом году? Выполнил ли ты все свои обещания, которые дал своим подписчикам, а? Кажется, у меня новогодняя гипоксия. Надо бы сменить кислородный баллон. Ты кто вообще такой? Я Санта Мария Клаус, а также божество Space Engineers. Закончил ли ты свой сериал в этом году? Чего, блядь? Нет, конечно. Точнее, я работаю над ним, и у меня возникли некоторые трудности, но я стараюсь держать свои обещания все-таки. Я думаю, что я достаточно хороший инженер. В таком случае ты не получишь свой желанный подарок RTX 2080 Ti, а также Ryzen 3700K. Так, стопэ, ты собирался мне это дарить? Блин, я опять все прошляпил. Придется покупать 2070. Ну и ладно с тобой. Можно хотя бы в новом году без лагов и багов? Йо-хо-хо, да, в новом году я завез очень хорошую оптимизацию. Ты сможешь поиграть со своими друзьяшками. Так и все остальные инженеры смогут поиграться с... Мультиплеер меня не очень-то интересует, главное без фризов и проседания симспида, окей? В моей игре нету багов и проседаний симспида, тебе все это показалось. С Новым годом и Merry Christmas, йо-хо-хо-хо! Как это нету фризов и багов? А как ты объяснишь то, что машины прыгают, скачут и танцуют дабстеп иногда в некоторых случаях, я проваливаюсь в текстуры, а потом у меня мигрень, я просыпаюсь неизвестно где, а потом у меня вырубается компьютер. Как ты это все объяснишь, дорогой мой божество Марик? Алло, ты вообще тут? Ты слышишь, что я сказал? Не игнорируй мои текстурные чувства, пожалуйста, ответь мне на эти вопросы. А, вот так вот, да? Кажется, мне действительно надо поменять баллоны. Разговаривать с картинами — это не камильфо. Ладненько, дорогие друзья, пора подводить итоги. Ну что ж, дорогие друзья, 2018 год был нелегким. Я вернулся весной и продолжил снимать ролики. Благодаря вашим лайкам и просмотрам, а также комментариям, я вдохновлялся все больше и больше. И дошло до того, что выпустил достаточно немаленькое количество роликов. Огромное вам спасибо за это. Жирный-прижирный лайк каждому из вас. В новом году грядут положительные события. Мне удастся поиграть и поснимать более требовательные игры. И я скажу вам по секрету, скоро, совсем скоро, я стану собирать новый ПК. А это значит, что будет совершенно другой уровень контента. Если вы хотите, чтобы я начал снимать обзор на свою сборку и комплектующие, то пишите об этом в комментариях. Нет-нет, я не стану от этого техноблогером. Хотя, кто знает, пути Ютуба неисповедимы. Также в новом году нас ожидают крутые баталии на огромных кораблях, да и новые рубрики, которые были недоступны мне ранее из-за железа. Моему ноутбуку-старичку, Asus'у. Пора на пенсию, доживать свой век в качестве машины для веб-серфинга. Я от всей души желаю вам в новом году исполнения всех ваших желаний, чтобы было больше FPS и поменьше лагов,
и чтоб сварочный аппарат не тупил. Это самое важное. С вами был Лур Лемур. Подписывайся на канал, ставь лайкосе и оставайся со мной, ибо ты сам знаешь, тут своя атмосфера. До встречи в новом году. Всем добра и счастья, дорогие друзья. Всем пока-пока.